Подозреваемый в совершении кражи из храма задержан. Об этом сообщили в областной полиции. Преступление было совершено в самом центре Ярославля, в Кировском районе, вечером. Злоумышленник кирпичом разбил стекло и похитил из храма ювелирные изделия. К моменту задержания похищенное он уже сдал в ломбард, а деньги потратил. В полицию Кировского района поступило заявление о том, что неизвестные, разбив стекло, проникли в церковь и похитили ювелирное изделие и денежное средство. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления 31-летний житель Республики Мордовия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».